Я приветствую членов ДВК и наших сторонников. Я сообщу вам, как мы организуем наш первый митинг 10 мая. Итак, главные требования протеста. Нет пыткам. Свободу политзаключенным. Нас должно быть видно. Поэтому одеваем синие вещи, майки, куртки, бейсболки и прочее. Берем с собой синие и голубые шары, банты. Берем плакаты с нашими требованиями. Заряжаем батарейки наших смартфонов. Готовимся вести съемки на случай неправомерных задержаний со стороны правоохранительных органов. Помним об уроках ненасильственного сопротивления власти. Устанавливаем с полицейскими дружественный контакт. Помним, что мы не должны давать им повода для законных задержаний. Поэтому не проявляйте агрессии, выполняйте их требования и ведите видеофиксацию. Если вы станете случайным свидетелем агрессивного и незаконного поведения силовиков, также ведите видеофиксацию. Все случаи нарушения со стороны полиции будут рассмотрены в международных правозащитных организациях, как и в случае с синими шарами. Мы постоянно будем вести борьбу с произвольными задержаниями и не дадим полиции возможность запугать нас, парализовать наши законные действия. Стартуем одновременно по всей стране в 11:00. Время Астаны. Это значит, что в 11 часов вы должны уже быть на местах сбора в своих городах. Астана – это офис представительства Европейского Союза в Казахстане, улица Космонавтов, 62, Алматы. Пешеходная улица Панфилова. Собираемся в 11:00. Наш квартал между Хабанбай-Батыра и Бугимбай-Батыра. В остальных городах местом сбора должны стать областные акиматы. Жители небольших городов, где наших сторонников окажется мало, сделайте видеозапись с небольшим плакатом. Сообщите о своем участии в акции волонтеру «Чат-активист». Митинг – это акции протеста, где участники высказывают свои требования. Продумайте заранее свою речь. Важно, чтобы выступило максимальное количество участников. Так мы все будем активистами-лидерами и не оставим полицейским шанса преследовать отдельных наших сторонников. Прямые трансляции обеспечивают большую публичность, а значит, гарантируют вам вашу неприкосновенность. Ведите стрим в YouTube, Instagram, Facebook. Власти не посмеют преследовать тех, кто широко распространяет свои убеждения. Чем больше нас это сделает, тем сильнее мы будем защищены от произвола. Вы уже заметили, что членов ДВК, кто публично поддерживает нашу позицию, становится с каждым днем все больше и больше. Именно множественные акции и выступления обеспечат каждому из вас в отдельности защиту. Нам надо становиться самой многочисленной и самой активной командой, когда у режима не останется никаких шансов нас остановить. Продолжительность митинга будет зависеть от количества участников. У каждого должна быть возможность высказаться. Не забывайте, что наши требования должны быть связаны с прекращением пыток в колониях и тюрьмах Казахстана. Также мы говорим о свободе для политических заключенных. Теперь я обращаюсь к нашим активистам, лидерам ячеек. Необходимо усилить работу по распространению листовок. Используйте портреты наших политзаключенных в уличных трафаретах и граффити. Это Макс Бакаев, Мухтар Жакишев, Арон Атабек, Искандер Еребетов, Алмат Жумагулов, Арда Хашим и многие другие узники режима Назарбаева. Я обращаюсь к родным и друзьям тех, кто сегодня несет лишение в закрытых учреждениях, тех, кто несправедливо осужден и подвергается пыткам. Выходите вместе с нами, передавайте ваши жалобы нашему волонтеру, нашим админам. Мы будем вместе работать над каждым случаем пыток и бесчеловечного отношения к достоинству человека. Боритесь за своих родных, за их жизни, за их права. Помните, этот митинг мы должны сделать самым массовым и активным. Недостаточно быть участником. Готовьтесь быть активным участником протеста. Готовьтесь заранее. Продумайте в своей ячейке все нюансы. От одежды до тех слов, которые вы произнесете 10 мая.
мы вершим историю нового Казахстана. Мы приближаем свободную, справедливую и достойную жизнь каждой акции, каждым словом и мыслью. Пришло время перемен. Алга ДВК!